А что если вот этого каменного, вот этого чувачка, вот он, видите, да? Вот он. Такого каменного чувачка одеть на скорость атаки. Ой, ну пока слабенько бьет. Медленно бьет, да, ребят, пока что? Возьму сразу 7 шардов и посмотрим, какая будет скорость атаки. Жесть, посмотрите просто, что этот за машина у нас готова. Трипл килл. Опа, через вот это. О, пошло. Ромага. Еще ромагу. Ой-ой-ой-ой-ой, что это такое? 3 рампаги. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксананс, и сегодня у нас новый видосик рубрики «А что если?». Сегодня я подумал, а что если вот этого каменного, вот этого чувачка, вот он, видите, да, вот он, такого каменного чувачка одеть на скорость атаки, при этом все это пробафать под Магнусом и посмотреть, что из этого выйдет. Я думаю, получится весело, и самое главное то, что должно получиться весело, ведь такой билд — это фановый билд, ребятки. Ну и давайте посмотрим, как у нас все тут будет получаться. Посмотрим. Мне забафают в общей сложности, забафают Аганим и забафают еще Шард. И посмотрим, получится ли прикольно или нет. Ребятки, надеюсь, видосик получится интересный. А если вы смотрите, значит, он по-любому интересный и фановый. Не забывайте поставить лайк, конечно же, подписаться на канал, чтобы не пропускать другие видосики. Ну и давайте, наверное, приступим к этой всей теме. Я пойду на нижнюю линию. И буду фармить. Моя задача — это фармить. А потом где-то примерно к... Так, ну что-то громко этот микрофон орёт, да? Потом где-то примерно к 25-30 минуты я должен выйти с... Вот тут 6 муншардов, тут пробафаны и Аганим еще, и выносить. Это реально очень должно быть интересно. Самая главная тема это то, что мы должны сделать внезапный момент. А именно внезапный почему? Чтобы мы вышли такие, и у нас много слотов, то есть не видел никто муншарды, да? Ну, может, один муншард можно спалить, да, там стандарт будем делать. А потом как выходим со всеми шардами и давай колотить. Я думаю, получится интересно, фаново и, конечно же, что-то, ну, как говорится, необычно, да? То есть необычно, как по дефолту, там, по чуть видеть, идти не выфармливать, а тут сразу же мгновенно раз, опа, и получилось. Хорошо. Так, ну что ж, мы готовимся к атаке. Оппоненты у нас заряжены на победу. Очень-очень. Но, на самом деле, тут Сларк неприятно будет уходить. И Рипер у меня будет закидываться. Ну, под Огром, под Бладластами я буду, в принципе, передвигаться крайне быстро. С учетом того, что у меня еще ультимейт немного эмэса будет давать. Но посмотрим в целом, как это будет на самом деле весело или нет. Погнали. Наша катка готовится, ребятки. Готовится. Ну, хз. Хз, посмотрим. Будем драться или нет? Так, ну нужно выйти, отзонить немножко, чтобы оппоненты сразу понимали всю сущность, всю сложность. Я, наверное, пойду через Мидас и через Дагер. Нужно будет немного подзагнобить. Не забывайте, ребятки, подписываться на ТГ-канал, не забывайте подписываться на YouTube-канал. В ТГ-канале мы просто общаемся, делаем какие-нибудь фановые там вот эти всякие вопросики, моментики, да, ну просто по рофлу общаемся. А, конечно же, на Ютубе у нас выходит весь контент, стримы, не забывайте, что 19 по МСК у нас начинаются, на стримах у нас фановая вроде атмосфера, ну как, бывает иногда напряженочка, бывают жесткие катки, бывают серьезные, бывают фановые, бывают всякие рафлянские моменты, но в целом рекомендую заходить, конечно же, и смотреть самому. Поэтому, ребятки, 19 по МСК каждый вечер буду ждать. Ну что ж, крипчики пошли у нас, давайте попробуем проласхитить. Хорошо, ласхитить мы не будем, оказывается, тут атака у нас идет. Давай, забирай. А, крэш даст, и я добью тычкой. А, нет, не хватило. Может, чего ре, ребята зашли в катку, дайте поиграть. ВТФ.
Что? Ребята заходят на видос и не умеют играть? И просят серьезно? Это вообще как? Это вообще зачем, ребята? Ну вот уже фановый видосик начинается. Жесть, я вот это вообще не выкупаю. Зачем заходить? Я сразу предупреждаю всегда, если кто-то заходит на запись видосика, ну то есть я анонс сделаю в ТГ, и все с ТГ, ребятки, забегают, и мы как бы играем, да? Делаю анонс в ТГ, ребята заходят, мы играем как бы по рофлу, да? Пишем какие-то видосы фановые. И если ребята выходят с этих видосных каток, то я их баню и впредь не допускаю к играм, потому что они руинят контент. Они не имеют уважения к оппонентам и не имеют уважения к союзникам. Так что, ребятки, поэтому все серьезно, все как на стримах. Если на стримах кто-то ругается, мат там, знаете, там маму трогает, папу, национальность затрагивает, сразу я закидываю в бан. Такие люди нам не нужны, и стараемся делать все по-честному и по-красивому. Поэтому, ребятки, вот как-то так. И тут тоже, если 9-й слот бы сейчас вышел, я бы его спокойно забанил. За то, что он, ну, просто так получается, руинит ребятам каточку и сам, как бы, ну, подставляет других. Я считаю, что это как-то, ну, не очень. Это как-то не очень. Поэтому, ребят, цените наше время, цените друг друга, близких, любите родных. Но не родных оппонентов или союзников в каточке. Поэтому поехали, next. Так, ну, наша задача это фармьюит. Вроде пока что фармим, на меду что-то какая-то суета. На меду суета. Так, гоу побьем его немного, дядь. Опа, полетел. Полетел. Ну, сейчас от крипов. От крипов и побежал. Оп, хорош. Ну, мана накопится, у меня сапог. Ой, да мы его забираем же, кстати. Хорошо. Забираем, несы. Бабах. И забрали. Спокойненько. Первое, опять-таки, что я буду собирать, это медас, ребятки. В любом случае. Медасик. Почему, спросите вы? Чтобы фармить. Моя задача фармить и копить золото. Чтобы я смог сразу задушить с шардами. Будет по кайфу. Так, мана у меня закончилась. Желательно какие-то расходники принести. Чтобы можно было максимально больше выфармливать. То есть только оппонент какой-то выходит, чтобы мы его зафармливали. У меня огр в саппортинге. И будет огонек. Помогает он по чуть. Алхимик в армлет сразу выходит. Хорошо. Оп, по чуть фармим. Туск такой, понаглеть немножко хочет. Оп. Эх, почти. Но нету маны, брат. Так, кату зарастхитим. Пойдет. Еще вот эту кату надо зарастхитить. Так, у нас почти есть медас, да? Сейчас мы с огром пролостхитим эту тему всю. Так, там у нас на руне оппонент серьезный. Так, медасик. Купим ресипи. Ресипи медаса. Хорошо. Туск молодец. Когда он вот так раздамаживает, это очень полезно, и это очень хорошо. Так, ребята там пуджа гоняют. Я не буду помогать. Дайте мне только золото, экспы. Ну, не дали. Ладно, я и крипы прогулял. Плохо. Ничего страшного. Так, армлет там принесло. Хорошо. У меня сейчас уже медас приедет. Качаем тосик. 30 крипчиков есть. Тридцатник. Сейчас вот этих забираем, и медас есть. Сапог, медас. Сапог, медас. Хорошо. И вот он тут, медасик наш. Не за горами. Наверное, затрансмутим крипчика обычного, не на эксп. Хотя, ну зачем магазин закрыл? Чтобы я побольше времени прогулял, наверное, да? Хитрец на тускаре, пацаны, не делайте так. Пойдем, наверное, все-таки на эксп даванем. Чем раньше 16 апнем, тем серьезнее будем. Оп, хорошо, 38. Идет, что там некро гоняют. О, надо было оставить, огр. Ро, ты че?
О, вот найс, найс. Во, вот так вот по кайфу. Я если сейчас стакну, вообще будет кайфово. Если стакну еще. Если еще и стакну. Хорошо, ну стики, наверное, сейчас возьмем. Чтоб нас не ганганули. Крипы, крисы. Стики возьмем, давайте, да? И ТП-шечку. Стандартный набор бича. Пизилайна. Хорошо, можно погонять его здесь. Да ты шо? Да ты шо? Куда покатишься? Оп. Оп. Да ладно. Вот мы их душим. Так, ну-ка. Оп, хорошо. Нормально подзатушил тускароида. Сейчас тут забираем крипчиков, идем опять в лес. У меня 50 крипов я наколотил, если что. У меня вообще full free. Жесть. Оп, чтобы деды не забрали эту кату. Отходим, берем ПТ-шечку. ПТ-шку через боковинку возьмем. Оп, вот так вот. Чтобы там не клацать, не перекладывать, а так на базу взяли. Все, и идем в лесочек сейчас. Аккуратненько. Там некро душат. Бедный некр. Вот толпой там прессингует. Во, пацаны дают. Так, это можно даже забрать, в принципе. Оп, найс. Хорошо. Давайте куру себе вот так возьмем. Хорошо. Куру забрал свою. А тиммейта куру поднесу себе. Раз уже послал. Хорошо. Оп, найс. Уж там химселфится второй раз. Найс. Хорошо, вот так вот и регенимся. 56 крипчиков, но я две пачки прогулял, что я в лес бегал. Экспился. И ничего страшного, это мелочи на самом деле. Это мелочи. Так, ну, это хорошо. Работаем, время работает на нас. О, если сейчас алхимика убьют, это будет жестко. Нет, не убивают алхимика. Ребята там что-то, я не хочу ТП делать. У меня все равно даггера нету. Давайте, может, если сейчас будет фарм располагать, оппоненты вроде не сильно там душат. Фарм будет располагать, мы, короче, сразу в шарды пойдем. Аганим сделают нам. Можно фармить аккуратно. И чем раньше мы выйдем с 6 шардами, тем лучше. Тем лучше. Оп, хорошо. Идем сюда. Алхимик там гоняет. Но я одного затрансмутю. Сильного крипа, могущественного, у которого левел высокий. Есть там такой? Блин, я не буду у него забирать, пусть фармит. Я возьму в что-нибудь другое кину. Вот, типа вот этого огра, фиг с ним. Так, одного крипа я здесь прогулял. Это плохо. Как далеко они выходят, жесть. Алхимик фулл фарм пошел. Фулл фарм. Погнали на топ сходим, ребятам. Мне кажется, я здесь актуален буду. Опа. И зачем ты застилил, да? Ласхить. И... Так, дядь, подожди. Оп. Опа, он за тобой полетит, дядь. Дядь. Оп, хорош. Вот это серьезный пуч там идет. Пуджа надо остерегаться. Beware of пуч. Так, фармим дальше. Хорошо. Ну, вроде душим. Вроде душим. О-о-о. Сфидели. Сфидели. О, фулл прокаст есть. Фулл прокаст есть. Хорошо. О, вот он, Bloodlust. Тот самый, который я ждал. 10 тысяч лет. Так, у меня 2000 имеется, да? Это хорошо. 2000 имеется. Оп. Я убегу.
Я так думаю. Смотрите, какой я быстрый. Меня эта какаха почти не догоняет. Все, на базу, гоу. Забавно. Так, ну что-то на самом деле люто их прессингуем. Жесть. У них там уже один фраг у них на всю команду. Надо пофидить. Беги, да, нормально, я выживу. Сейчас на низ ТП даем. Там у Найкс армлет, между прочим. Давайте даггер, наверное, все-таки возьмем. Даггер все-таки возьмем. Все-таки даггер надо взять. Найкса я с прокаста не убиваю. Можно попробовать. Not bad. Not dead. Все, можно шарды делать. Я шарды делаю. Первый, второй, третий. Одиннадцатая минута, даггер мида. Так я фул фри стоял, дядь. Так, алхимика есть. Так, Найкс, армлет только не включай, чтоб я с прокаста слил. Если он успеет включить амлет, это будет плохо. Это будет плохо. Это будет плохо. Вот здесь будет выходить. Сразу прокаст дам. Нет, не выходит. Тогда фармим. Первый шарт у нас не за горами, ребят. А что если кини через шарды? Да? Это интересная тема. Это интересная тема, фаново. Главное, чтобы был веселый результат. А там пофиг. А там пофиг. Если результат фановый, то должно быть, не знаю, рафляна. О, нифига там хук. Почти попал. То есть пуджа поймали. Есть у меня дамага, я могу леса фармить на ура. На ура фармить. Фармить на ура могу. Не фит, а! Здесь пацаны там разогнались. Пацаны их разогнались, мы что-то жестко заовнили. Киберкотлеты. Киберкотлетные пацаны у меня в команде. Найкс, наверное, в лесах стоит. Так, я куру, наверное, сразу в магаз, ребятки, отошлю. Куру в магаз. А сами фармить будем. В магазе мы сделаем... О, фит пошел. О, let's go. Поможем ребятам. Наконец-таки. Будет достойная битва. О, пуч. Выхухал. Ну ладно, тебя заберу. Тебя заберу тогда. Хорошо. Ну вернее не шарды. Вернее золото. А шарды. У меня уже один гипер есть. Один гипер есть. Еще 13, правильно? 13 шардов еще. Гипер один, есть еще 13. Я могу под магнусом прямо сейчас и эншентов. Давайте эншента мне стакайте. Чтобы я фарманул. Под магной. Хорошо. Жесть, фарм-контора получается у нас. Ой-ой-ой. Вот это ты даешь. Опа. Вот это хайскилл. Разогнался. А пофиг. Стакну еще раз. Еще стакну. Стакну и зафармим. Один шарт будет у меня уже.
Опа, сейчас посмотрим сразу, какой сплэш у нас под Магнусом. О, еще и Бладласты, погнали, пацаны. Ой, ну пока слабенько бьет. Медленно бьет, да, ребят, пока что? Сейчас мы раскочегарим, но зато как быстро зафармил, ё-моё. Просто посмотрите. Так, один есть. Один. Хорошо. Один есть. Я его брать не буду. Этот шарт. Я его брать не буду, этот шарт. Ты жесть. Это забавно будет, я так думаю. Можно еще товара, кстати, пополомать. Товара пополомать. Но сплэш лютый. Сплэш лютый. Я там эншей как быстро заколотил. Это кайф. Меня забафают. Я там вообще буду, наверное, убивицей. Убивицей. Хорошо. Внизу фарма сколько. Погнали на низ ТП. Надо пару ТПшек купить. А там уже ТП дают, да? Хорошо. Крипов много у меня, кстати. Соточка. Соточка. Так, еще один есть гиперстоун, да? Хорошо. Еще гиперстоун есть. Тускарчик стоит. Надо Эншента сейчас подстакать будет. Сларк идет с Энжой, не надо. Пожалуйста. Я не хочу дохнуть. Монета. Монета сейчас уже пропадет. Потому что уже время к 18 минуте. Время к 18. И потом, прикиньте, если... Ну, блин, хочется тупо все, шарды. И я же не прыгну в драку, блин. Не получится. У меня не будет даггера. А хочется, знаете, так прыгнуть. Тык-тык-тык-тык-тык. Ну просто, я так думаю, сделаем так, чтоб Магнус. Вези. На лавке, хорошо. Отлично. Так, это пока сбрасываем. Выброси. Хорошо. Оп, еще. Есть еще. Так, два шарда есть. Два шарда есть. Ну, я так думаю, к 30 минуте сделаем, ребят. Как думаете? Два шардика уже есть? Два шардика. Еще один гипер есть. Хорошо. Два шарда есть. Не надо, дядя. Жесть, не надо. Пожалуйста. Я еще слоты продам. Это надо тоже в золото брать. Тут полторы. Так, 700, 1000, 1700, да? Хорошо, го на базу сходим. Стакайте. Это еще 1700, да, тут 1700 и тут 1000. 2700, да. Ну, короче, 3000. Давайте будем считать мой инвентарь как 3000. И шарды у нас копятся. Шарды копятся. Регенимся. Пойдем, наверное, на топе зафармим. Много крипчиков там. Пока у нас ТПКД. Алхимик там. Все, фул полностью в хилке мне. Пацаны тоже хилки могут подтарить. Есть. Мне кажется, Найкс меня сожрать может. Как думаете? Как думаете, Найкс сожрет меня? Эй, добей да его, добей да его. Хорошо. Вот он идет, идет, идет. Не надо, дядь, пожалуйста. Там молнии, армлеты, но он армлет не включает. Включит армлет. Бах. Хорошо. Три есть.
Ришарда. В меду там что-то жесткое, пацаны, стоит. Так, алхимик там гоняет, го, на вставочку делать. А, нет, не успел. Я не успел на эту драку. Жесть, меня сейчас забафают, я ж такой быстрый буду. Сплэш почти 100%. О, плюсану. Жесть, 3 шарда есть у меня. Бля, как он фармит это. Жесть. Он так люто это зафармливает, что я вообще не... боюсь на самом деле. Заберу. Три шарда есть. 3 шардика имеется. Жалко, сплэш на 85-й карте работает немного некорректно, я считаю. Слабенько даже, я бы так выразился. Прикиньте, какой контраст будет сейчас на видео. Я возьму сразу 7 шардов и посмотрим, какая будет скорость атаки. Реально, сразу 7 шардов. Сразу. Какой контраст будет с такой медленной скоростью, да? Да посмотрите, как он хреначит, блин. Жесть. Так, 19-й левел. Прапываемся быстро за счет Мидаса. Еще гиперстоун. Оп. То есть палки лютые. Алхимика душат там. Или алхимик душит, пока непонятно. Пока непонятно. Так, вот этих големов. Жесть. Есть, монету заберу. Алхимик там дерется. Вот тут вот так вот. О, меня забафали. Есть. Хорошо, ребята что-то поникли. Поникли. О-о-о, фидят. Фидит моя команда. Фидеры. Сейчас пойдем уже покупать. Мне кажется, уже больше половины мы сделали уже. Дропайте там. Дропайте. У меня уже почти есть. Еще 2000. У меня 4 шарда уже есть. 4 шарда есть. Эх, ребята, фидеры. Пойдем продавать хилки. Так, продадим топорик, хилки. Хилки. Жесть, у меня тут сейчас золото будет. Раз. Два. Жесть. Три. Раз. Так, и опять талисман купил, да? Как обычно. Ну ладно, нам это не страшно. У нас есть уже 5. 5 шардов. Еще 2. Считайте, 3000 у меня инвентарь. 3000. Река инвентарь. 4к мне надо золото. Ой-ой-ой. Страшно, врубай. Этот Найкс это... Нормально полетел. Ух, некр пришел. Ух ты, смотри, рипера дают. Опа, нифига себе. На форсе полетел. Так, еще. Еще чуть надо. Давайте сейчас слоты продадим и посмотрим, сколько нам надо еще. На топе зафармливаю ласт-кружочек. На топе ласт-кружочек вот тут вот. Вот этот небольшой. И на базу пойдем. Жесть, посмотрите просто. Орды уже готовы. Они уже пламя, в пламени в таком. Они уже дымятся. Дымятся. Они уже просто в пламени. Хорошо. Ребята там тушатся.
Оп, найс. Все, найс. Идем на базу, ребят. Дропай. Есть. Так, ну что, ребята? Готово. Готово. Бафаем и ложим. Все. 26-я минута. Жесть. Посмотрите просто, что этот за машина у нас готова. Я готов. Красиво надо забайтить. И палочник поломает всех. Во, сколько там МС-а? Жалко, ничего на МС не бафнут. Ну, 400, стандартный МС, я считаю. Рошана пойдем бахнем, наверное. Го, Рошана. Да, давайте, знаете, как сделаем? Забайтим по красоте, я потом подойду просто, да. Жесть, я даже еще не хочу проверять, какая у меня сейчас скорость атаки, потому что я еще ни одного удара не сделал после того, как собрали вот это все. 8-слотовый тини сейчас у нас есть. 8-слотовый. 8-слотовый. Жесть, это страшно. Это страшно. Это страшно. Жестко. Я даже не представляю. Насколько это жестко. Ну, го, вот на вот этом можно проверить, нет? Нет, у него там дагерочки. Найкс на топе. Я бы смог на лицо. Смог на лицо. Я еще не выходил и не палился еще. С артефактами. В смоках. В смоках пойду. Меня только что не забафало, видели? Смоком. Оу. Это кто там? Я иду. Алло. Как это быстро? А! Лол, да ладно. А ну стой. Ну ладно, пойдет. Жесть. Вот этого давайте. Гоу-гоу-гоу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Иди сюда, дядь. Палочник. Палочник тут. Жестко. А что если тини 7 муншардов? Жесть. Ну-ка. В воздух. И бить. Жестко. Пойдем, Рошана. Гороша. Гоу-гоу-гоу. Го, Рошанчика. Быстренько. Жесть, скорость атаки, конечно, неистовая. Прям очень быстро лупит. С бабочками, наверное, тоже круто выглядит. С бабочками прям. Го еще. Разносим. Да, в пятером. Химика отсосали. Жесть, скорость атаки. Скорость атаки жесткая. Очень жесткая скорость атаки. Так, ну готовимся и пойдем. Пойдем, пойдем. Что они засели. Хайграундим. Не, мне в стороночке главное держаться. Там пацаны подбайтят, подстанет. Магнус подклепает. Подклепает. Заходим, заходим, да? Во. Магнус клепает, пятерых. Во, пошло дело. Лол. Это что сейчас произошло? Чисто пацана подклепало. Не, ну это такое. Жесть. Некр стоит на колодце. Ну, закрысил. Некр закрысил. Жесть. Вы видели это, как жестко?
Это опасно. Жесть. Это чересчур жестко. Че, надо, наверное, отхил какой-то сделать. Володьку с собой носить. Хилочек, гоу возьмем. Хилочек. Не, корчата, покашет стоит. Так, Володька здесь. Поехала хилиться. Выхиливаем своего большого. Большого выхиливаем. Так, сделаем. Монитор фризит от скорости. Лол. Это жестко. Гоу. Сейчас подойду. Посту бы подобрать. Тут монетка. Опасней камен. Го байт. Ух ты, креветулька. Креветулька. Ладно, дерусь, что делать. А, на рипера! На рипера посадил! Помогите! Пятером тут. Жесть! Ну затушили камни они. Некр вышел таким. Ну ладно, сейчас они посмелеют. Камень обездвижен. Рипер же. Так, я Володькой помогу. Ух, там РП второе. Хорош! Красота. Ну, ребята, на камбэчить решили, короче. На камбэчить. Красава. Нет. Так бы мне раздамажить. А то напали. Рипера дали. И ГГ. Жесть. Меня отправили в таверну. Волка еще, нормально. И волка туда же. Волка туда же. Зачем? Зачем сделали? Репирь. Зачем сделали? Репирь. Вот извращенцы, да, вот прикиньте. Пацаны заходят, берут и на рипер сажают меня. А я видосик-то хочу сделать. Сейчас мы пойдем попушить. Лов хп был, лов. Лови хп. Хорошо. Я сейчас рез и гоу. Селюотка. Селюотка. Давай, давай, я смотри. Огромным курьером нападу. Тыщ. Ты чё, офигел? Ты чё, пес? Иди сюда. Я тоже могу быстро летать. Пиос, а? Бегает за курицей, за этой. Кукай курочку. Вау, дирижабль? Ага. Дирижабль, ага. Хорошо, все, фул хп, вырегенился. Так, погнали, ребят. Гоу. Я бегу. Бегу. На XP дефить пошел, на XTP нету. Жалкого на XTP нету. Магнус забафает. Так, курочку сюда. Он, наверное, сейчас возьмет его, так шуганет. Но не убивать его. Но не убивать. Это плохо. Души. Души. Оп. Вот этого сюда, волчару. Там некро душат. А, ну я иду некро. Помогай, дядя. Тыщ, тыщ. Хорош. Просто опасный персонаж. Опасный. Опасный персонаж. Полукамень.
Волк 100 атаки дает, это жестко, да. Белый урон же. Жесть, как он ломает. Го, мид, сломаем им. Мид сломаем. Чани, рез и душанем. Одна икса опять вон он, смотри, бегает. Убейте его. Чуваки, надо его убить. Ты за мной, этот пароходник. Давайте еще, знаете что, сокрет купим. Сокрет. Какая? Ост. Да, конечно, ост. Ты что? Не сомневайся даже. Тини-невидимка. Какой тини-невидимка был? Такой видосик, кстати, тини-невидимка. С помощью бага. С помощью бага был такой видосик. Кекс нужен. Так. Вместе, го. И меня зажало, дядь. Выпусти. Жесть. Так, ну чё, гоу. Гоу. Байтите. Огр подойдет сейчас за бафы. Жесть, меня набафали, пацаны, посмотрите. Магнус, огр жду. Магнус, огр надо. Я медленный, жесть просто. Он байт пошел по чуть, уже три сагрилось. Но три мало. Сладара, наверное, отдадим. Да. О, четвертый пришел. О, ну, Сларк. Стоит, огра нету. Оп, ой-ой-ой. Трипл килл, найс. По красоте, а где четвертый? Бегает. Ну, огра не хватает, МС маленький. Маленький МС. Дядя, я иду избивать дубинкой. Дай, эй, а, и, а, достану. Эй. Токийский. Токийский килл. Токийский килл получился. А ну подожди, сейчас палкой достану, дай. Дай, эй. Дай, не достаю палкой. Не достаю. Хорош. На колодце гоу. Интересно, получится у нас сегодня в такой теме рампагу сделать или нет? Рамагу. Жесть, как он быстро ломает. Рамаги. Просто гонится такой камень огромный за типом. Рамага. Оп, давай, брат, я тебя откину чуть-чуть. Пусть рез. Пусть ресаются. А, байтит, да? 20 секунд еще у пацанов рез. Пусть ресаются. Смотри, душит меня, душит. Не надо, дядя. Не надо. 10 секунд. Хорошо. Так, меня забафали, огро. Так, этот есть. Г. Гоу. Добиваем. Ох ты. Хорошо. Хорошо. Трипл килл. Опа, через вот это. О, пошло. Рамага. Еще рамагу. Ой-ой-ой-ой-ой, что это такое? Три рампаги. Вот это сплэш гейминг. Фу-фу-фу. Эй, сорян, огр. Жесть. Сори, бро. Сори. Жесть. Но на самом деле Тини получается нереально интересным и нереально жестким, когда собираешь ему шарды. Ребятки, ну вы видели все сами. Надеюсь, этот видосик вам понравится. Вроде фаново получилось. Очень быстро выфармили шарды. Ну и на самом деле, ребятки, это фановый билд. Я не рекомендую именно так собираться, но скорость атаки реально дикая. Обязательно поставьте лайк за наши старания. И, конечно же, не забывайте чекать другие видосики, рубрики «А что если?», а также у меня на канале выходят гайды, фишки и, конечно же, всякие зарубы со стримерами. Но не забывайте про стримы в 19 по МСК. Вот такой вот у нас получился фановый видосик.
На этом все, друзья. Обязательно поставьте лайк. С вами был Ксаназос и до скорого.